Здравствуйте, ребята! Сегодня давайте познакомитесь с новым другом. Ну, я думаю, что этот друг его не новый. Но много другие скажи мне, что надо такой образом для GUG3S. И сегодня это пришли. Вот. Он пришел. Пришел. Извините. Но еще раз. Ага. И сегодня мы будем много познакомиться с он. Хорошо? И вот. Прежде всего, конечно, мы будем смотреть. Я думаю, что Antutu вы обязательно очень суетесь, да? И давай. Вы будете посмотреть, сколько баллов он получил. И вот. Вот, смотри. Ага, я думаю, что это уже высокий, да? И давай смотреть детали баллов. И вот. И давай смотреть информацию сведения. Обратите за внимание. Напишет это GUG3, но это G3S, потому что G3 это MD6577, и здесь MD6589. И вот. Вот это почти шесть и тюмы, да? Но это полтора пять и тюмы. И вот, смотрите, экран, CPU, еще есть ROM, RAM, SD card, камер. Вот, смотрите, два камер. Обратите внимание, и здесь Android. И вот. Давай дальше. Я думаю, что... давай смотреть такой смартфон. Если смотреть новый фильм, как будет? Хорошо? И давай. Звук. Девушка, да? Ну, давай дальше. Смотрите другие, хорошо? И давай смотреть. Давай посмотреть настройки. Вот. Поддерживает Wi-Fi, Bluetooth. И давай смотреть о телефоне. Вот. Такой информации, да? И давай смотреть язык.
и обрати внимание, русский. И вот. Хорошо? И давай смотреть другие информации. Я думаю, что... Угу. Давай смотреть такое LCD. И вот, это экран, да? И вот, такое быстро, да? Я думаю, что это экран очень хорошо. Как вы думаете? Ну, хорошо, давай. Я попробую играю игры, хорошо? И я думаю, что я не так умею. Прошу прощения, прежде всего. Давай смотреть другие. Ага. Я думаю, что вы можете смотреть. Вот. И я надеюсь, что если вы увидели мой видео в YouTube, у вас есть совет, можно там напишите, и я буду хорошо сделать эти совет. И я думаю, что будет следующее видео, будем лучше, чем этого, да? Ой, извините. Еще раз. Извините. Последний раз. Ой, ну ладно, давай смотреть другие игры. Угу. Подождите минуточку. Давай еще раз. А-а-а!
Я думала, что это игры. Хотя это новые, я не так умею, не играю такую игру. Но я желаю последний раз выдержать сегодня, да? И вот смотреть. Я думаю, что вы уже хорошо понимаете это, да? Если вопрос у вас есть, можно, напиши где мне, хорошо? Я включу там у вас ответ. До свидания!